Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны. Георгий Черданцев, Константин Генич. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Состав Торино. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны. Георгий Черданцев, Константин Генич. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Состав Торино. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Игра началась, смотрим. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Потеря мяча на своей половине поля всегда таит в себе опасность. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Симон Эдзадзе.